Униженная Дарья Клюкина отреагировала на оскорбление от Крида в шоу Урганта. Подпишись на канал, не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео канала. Победительница «Холостяка» опубликовала трогательный пост в соцсетях. Дарья Клюкина опубликовала в своем Instagram пост, в котором намекнула на свое душевное состояние после того, как получила оскорбление в свой адрес от героя телепроекта Егора Крида, произнесенное им на шоу у Ивана Урганта. По словам модели, справиться с негативом ей помогает поддержка ее фанатов. «Я пересмотрела свой блог несколько раз, и каждый раз наворачивались слезы от доброты в мою сторону. Мне хочется просто сказать вам спасибо за поддержку, за то, что вы меня понимаете и принимаете. Я очень часто задумываюсь, почему именно я? Не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, потому, что мы не всегда можем оценить себя со стороны. Моя мама вам очень благодарна в том числе. Пусть у всех все будет хорошо. Это ведь самое главное», – написала Даша.